Всем привет, с вами братуха и робот Джесси. Сегодня на обзоре и с интересными сборками. Выглядит он как-то так нехило, прикольно смотрится, мне нравится. Такой острый нос, такая, бля, глазки симпотные красные такие, по краям, да? Ну, вообще, блин, робот такой неплохой, 64 км в час бегает, ух, круто, 85 тысяч в топе, 12 левела он имеет, нормально. Сборочки мы рассмотрим у него очень простые, сборочки рассмотрим. Джесси у нас имеет две афиды. Первый Джесси у нас на двух афидах и прототип Л1. Это прототип, который бьет на 350 метров. Вот, Джесси на пенатах и афидах. То есть это у нас что первый, что второй, пенаты из-за укрытий. Как только противник отвлекся, выбегаешь и афиды ему... Ой, это пенаты ему... В очко, потом опять убегаешь, прячешься и афидами ему... Пу-пу-пу! Вот, также и Джесси первый у нас... Пока прячешься, афиды ему... Пу-пу-пу! Потом он отвлекся, подбегаешь и прототип в жопу... Вот, а это Джесси на пинатах и пинах. Тоже интересно, пина это пи-пи-пи-пи-пиу издалека, а пинаты это если в ближнем бою. Подошел, влил. Следующий Джесси у нас интересный молот 800 метров и пунишер 500 метров. И Джесси на спиралях полностью хотел бы посмотреть. Ну, давайте сходим в бой. Что я хочу сказать. Все обзоры на Буча, Дока и Джесси у меня сейчас будут. Смотрите, подписывайтесь на канал. Помимо этого еще и много всяких разных видеороликов. Подтягивайте друзей в эту игру. Игра русская, она даже есть в Википедии. Так что, ребята, поддержим отечественного производителя. Хорош платить бабло заграничным оккупантам. Давайте платить бабло нашим российским олигархам. Так, и мы попадаем на открытую карту. Я сразу хочу проверить. Ну, понятно, что мы попали в полную жопу. Так, тут вперед. Угу. Протестили. Так, огонь. Огонь, как нам открыть-то? Круто. Нам же огонь-то не открыть, пока цели нет. Ну да ладно, побежали. Вот, мы можем бегать за маяками. Мы очень быстрые, 64 км в час. Вот, быстренько посмотрите, как мы бегаем. К сожалению, у меня вот эта хуйня будет висеть. Сука, удерживая правый джойстик нажатием, как показано на картинке. Долго. Потому что маленько у разработчиков недочет. Ребята, исправьте эту хрень, блядь. Вот, блин, как-то вообще напрягает. Вот, пиксоники. Ну, напрягает. Ну, недочет. Исправляйте. В чем проблема, блин? Вы же тест. Вперед. Даже на тесте такой проблемка есть. Ну, мы сейчас огребли по полной пиздячке. Мы спрятали. Сейчас вообще никуда идти не надо. Нам надо 600 метров, блин, найти, чтобы это окно быстренько ушло. Для этого нам надо хотя бы какое-нибудь животное найти, блядь. Но высовываться вообще никак не можем. Потому что у нас уже 71 тысяча хп. И мы можем получить пиздячки. Блин, опять допускаю ту же самую ошибку. По поводу того, что... Да где ж будет 600 метров-то? Вот. Не включил в настройках захват цели. Блин, вот это сейчас печально. Стоишь и... Ну давай, где это? Блять, вот видите, да? И не могу это... Ну давай! Вот. Пошла, наконец-то. Так, теперь башню вправо-влево, да? Так, вправо-влево. Все, покрутили. Ура! Что мы делаем? Мы начинаем бегать из... Вот смотрите. Я что, хотел спирали протестить на нем. Чтобы, ну, типа, смогу ли, намного ли я безнаказанно вливать много дамага. Ну давайте посмотрим. Вот мы сейчас стоим на безопасном расстоянии. Бля, перезаряжаемся и опять стреляем. Бля, да нет, не получилось в этот раз. Черт, в этот раз не получилось. Ну, давай сейчас попробуем в другой раз. Ну, понятно, что мы его добьем, у нас много... Хотя его убил. А, да, спирали убили, я. Давайте, вот у нас дурачок. Вот мы сейчас стреляем. Пошли спирали. Потом перезаряжаем свое оружие и опять стреляем. С перезарядкой, ну, вообще маленькая разница в 2 секунды практически. Блин, не надо этого делать. Я тут, блин, да, блин, и ты, блин, не надо, блин. Да что вы, блин, где? Да придурки вы что, меня стреляете? Суки, только тарите мне какую-нибудь пушку, я вас изнасилую, нахуй. Вот, блин, мы же тестим, что вы меня стреляете-то? Вот, опа, пошла, сразу перекадешиваемся и опять пошла. Вот, они пошли. Да ёпты. Ну, короче, блин, вы поняли, да? Суть в том, что... да ебать. Вот так вот мы быстренько, хоп, и постоянно имеем кадешечку. Понимаете, да, про что я говорю? Вот мы сейчас отходим. То есть мы постоянно бьем в одного и того же дурачка. Смотрите, опа, и опять, опа, и ждем. Ну, вообще, вы скажете, можно взять Паттона. Ну да, блин, вы правы, можно взять Паттона. Ну да, тут, короче, не получается. Слишком большой перезаряд, 8 секунд. Ну, 8 не 12. Ну да, жопа, не получилось. Да и хуй с ним. У нас есть 350 метров и 350 метров. Это прототип... Че это, блядь? Только не говорите, что сервер закрылся. Братуха, так не успел потестить. Сейчас у нас есть афиды 350 метров. Не, бегает вообще живо. Живо, живенько бегает. Шикарно. Никто не хочет ко мне идти. Дело в том, что вот эти прототипы у меня, L1, они бьют на 350 метров. Блядь, только 350 метров. Ну, к сожалению, такая карта, и я, наверное, не того робота взял.
Я, наверное, не того робота взял. Да, к сожалению, вообще как-то не получается. Ну вот за укрытие... Да, опять не тот робот. Да и тот не тот, и тот не этот. Да и тот далеко, и этот близко. В общем, вот тот робот, смотрите, у нас... Да куда вы перескакиваете? Вот он получает у меня, опа. А когда надо, я, опа, перезарядился, дал ему плюху. То есть я ему дал нехуевую плюху и убежал. Ну, вообще, это должно было быть как-то... Оп. Тыщ. Да, как бы? Вот так дело происходит. Афиды перекадешиваются. Вот. Оп. Пока афиды перекадешиваются, я могу этот вливать. Ну, сейчас попробую, если меня не сольют. На любом роботе мне не важно. Главное, саму перезарядку посмотреть. Этот лагает. Вот, оп, перезарядились и сразу плюху в этого, оп, влили. И мы готовы, ну, опять плюхи вливать, да? Нет, это какой-то бред, сборка говно. Ну, сборка, нет, это, нет, фуфло. Такую сборку нахуй. В жопу. Так, что у нас еще есть? О, возьмем, раз мы проигрываем, возьмем молоты и пунишеры. Попробуем, сейчас у нас стоят молоты. Ну, давайте молоты. Молоты мы сейчас издалека вливаем, 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 да? Так, 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 они вливаются. Угу. Ну, это так, к примеру, для себя. Мне не важно, там, дамаг. Дамаг вы и так знаете. А, черт, мы не успели. Ну, сейчас, в следующем бою попробуем. Ну, как... Сократил я время по поводу... Опа. Блин, что такое? Эй. Сократил я время для боя. Так что, сейчас мы будем бегать сразу в бою. И мы что делаем? У нас сейчас афиды, сзади висят пенаты. То есть, закидывать в кого-то мы можем вот сейчас, смотрите, пенатами уебашить. Да? Вот так. Потом быстренько перезарядиться. И в кого-нибудь сверху дать уже афиды. То есть через стену мы можем раздавать афидами. А напрямую мы можем раздавать пенатами. Понимаете, да, смысл сборки? Вот он, афидами, хопа, получил. Теперь пенатами получит. Ну, это так. Тут понятно, что все крутые такие. Мэна, ну вы поняли сборочку, да? Суть в том, что сборочка вот такая. Даже у меня сейчас вот здесь то же самое сделано. А, нет, здесь у меня взят пенаты. И цервопины, прищепки, те, которые бьют на 500 метров. Вот они. Они бьют на 500. Они, то есть, дают возможность маленько... Блядь, получил пизды. Они маленько дают возможность отбежать от цели. И надавать из-за укрытия, издалека. Вот как сейчас, смотрите, паук стоит. Ну, не важно, там сниму, не сниму. Видите, да? То есть, они вот так вошли. А на 300 метров подбираемся к нему. Мы ему спинатов выдаем. Ну, правда, что-то все вверх летит. Ну, тест такой. Ну, понятно, да? И цервопины уже, кстати, откадешились. Опа, видите, тоже парень там оружие поменял, триденты взял и начал раздавать. Здесь у меня пенаты афиды, вот как сборочка, еще одна такая. Интересно. Ну, не смотрите, что здесь быстро сливаюсь. Это не столь важно. Еще раз говорю, здесь не столь важно, как ты быстро сливаешься или что. Сейчас у меня вот пенаты взяты. Соответственно, раз пенаты, нужна цель 300 метров. Вот цель 300 метров. Ну и сразу можно афидами сверху. Ну, афиды, они, конечно, поинтереснее. Но если вы где-то там из-за укрытия бьете, и афиды у вас там далеко не достают, то можете выйти напрямую и дать ему пенатами. Вот сейчас я могу давать на 350 метров афидами, да? Блять, вообще ну никуда не высунуться, везде пушки крутые. А могу взять пенаты и выложить ему две пенаты фуловые. Понимаете? Вот так вот, бля. Вот так пирожные такие. Что у меня еще есть там? А, вот они. Молоты и пунишеры. Тоже для ближнего боя можно занять какую-нибудь позицию сверху. Если, конечно, не боитесь получить от какого-нибудь дегенера... О! 600 метров, сейчас попробуем. Кстати, уже от кого-то получили. Ну, 800 метров они как бы вот так бьют. Оп. Ну, это я, да? Нет, это не я. Хотя, может, у меня ник другой, я же переустановил игру. Да, это я, наверное, молот, да, точно. Ну, а для ближнего боя я могу взять пунишеры. То есть, блядь. Для ближнего боя я могу взять пунишеры. Блядь. Для ближнего боя я могу взять пунишеры. Блядь. Для дальнего боя я могу, блядь, взять... Да ёб твою мать. Только разберешься, соберешься. Ну, молоты для дальнего боя, понятно, да? Бля. Молоты для дальнего боя. А вот пунишеры для ближнего. Потому что пунишеры вблизи больше дамага дают. Вот. А для дальнего, пожалуйста, подождали там 2-3 секунды. Оп, нахуй. И взяли. Ну, это так, чисто. Для дурачков. Ну, тоже испугался, в принципе. Этот у нас со щитом, этот у нас со щитом. Этот у нас вплотную подошел. Достаем пунишеры. И давай ему поливать. Ну, понятно, что он крутой. Ну, так, допустим, будет Лео или Бо против меня. Ну, а здесь сборочка тоже неудачная. Вот так. Ну, в принципе, блин, ни о чем сборка. Так что такую сборку можете не тестить. Что я хочу сказать. 64 км в час. Ну, правда, мало у него хп. 85 тысяч хп. Ну, для легкого робота это нормально. Но если его прокачки 12 левела будет закидывать вот таким монстром, то это мало. Это как слону-дробина. Бегает такой, кусает. А чего кусает, кого кусает, ничего не отнимает. Так что...
тот же самый Паттон, только Паттон медленный, а этот быстрый. Ну, такую сборку нахер носить, когда можно, бля, повесить на него пенаты, нахуй. Хотя 4 пенаты я не проверил. Хотя 4 пенаты тоже, типа, Паттон. Ну, в общем, на этой прекрасной ноте, что хочу сказать. Хороший робот, мне нравится. Так как мне нравится Гепард, мне нравится и Джесси. Джесси, мне такой вот, на него сборочки можно разные повесить. Пожалуйста. Арканы и... То есть, Арканы. И Магнумы, и Гекка, и Пинаты, и Пины, и Нурикамы. В общем, что угодно. Хотите Нурикамы повесить, а для ближнего боя Магнумы. А хотите повесить Пинаты. Влил дамаг, добиваешь Магнумами. Ну, такие сборки я еще не проверял. Да и тут на тесте ты не проверишь. Все попадаешь к топам. А вот в реальном бою, на боевом сервере, бля, почему бы не погонять? Погонял бы. Неплохо. Ну, что я хочу сказать. Все молодцы, всем спасибо. Вот такой прекрасный робот Джесси. Будем ждать. Все роботы у нас идут Джесси 1250 вроде голды, потом Док 2500, и, ну это на сервере так. Хотя, чего я, можем посмотреть, ёпт. Сменить робота. 1200, Док 2500, но это на тесте. Не знаю, как будет там, на боевом 5000 голды. В общем, вот такие. Времени сегодня не хватило поиграть в этих роботов интересных. 12 левела тоже бы побегал. Вот. Но против кого воевать-то? Против... крутых роботов 12 левела и топов. Тут даже нету Бо, епта. И даже Гриффинов нет, потому что Гриффин тупо не успеет дойти. Ладно, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Братуха. Ставьте лайки. И пусть вам жизнь будет... Фу, блядь, чуть хуйню не сказал. И пусть вам... У вас все будет.